Вся история города Видное с 50-х годов прошлого века и до начала века настоящего представлена в фотовыставке под открытым небом в сквере «Юность» на улице Заводской. На этой выставке взяли фотографии, характеризующие город Видное, потому что он был поселком сначала. Ленинский район был, а Видное было поселком. Центр был сначала там в Царицыне, потом центр стал Видным в 65-м году. И вот мы взяли фотографии 50-х годов, когда начиналось строительство этого города. Еще ничего не было. Владимир Меньшов много лет занимал должность генерального директора Видновской киносети. Сегодня он сотрудник историко-культурного центра. И хоть родился в Москве, но с тех пор, как переехал в Видное, не перестает объясняться в любви нашему городу. Вы не жалеете, что живете? Нет, боже упаси, о чем вы говорите? Здесь такая кипучая жизнь была. Выставка собрана из различных источников. Это и фотоработы самого Владимира Степановича, и материалы историко-культурного центра, и фотографии из личных архивов видновчан. Приходом Владимира Степановича как сотрудника нашего историко-культурного центра у нас появилось новое направление в нашей деятельности. Это так называемые народные выставки под открытым небом. Вернисажный формат фотовыставки не случайен, ведь, по словам ее организаторов, не все люди специально посещают фотогалереи. А тут любой прохожий может проникнуться творческим началом ее устроителей. Очень познавательная выставка, очень красиво все сделано, красивые пейзажи. Пусть люди любуются красотой этих пейзажей и смотрят в будущее с улыбкой. Напомним, что выставку можно посмотреть в сквере «Юность» на улице Заводской. Спешите, возможно, фотографии и вам напомнят о прошлом.